выхожу я на улицу и впадаю в уныние. Во дворах одни ямы, и асфальт не видно. Где-то трубы гнилые рвутся, и вода золотая течет. И жильцы долго ждут, не дождутся, когда власти рабочих пришлют. Наступает зима, и, о, ужас, по дорогам ходить невозможно. Те же ямы. Но что еще хуже? Калечиться вовсе не сложно. Столько травм, переломов, ушибов. Вроде в мирное время живем. Превращает нас в инвалидов, а потом потихоньку умрем. Призываю вас, власти, скиньтесь, асфальтируйте летом дороги, и народ вам скажет спасибо. Без здоровья всего дороже.